Так, вот следующий снимок. Здесь тоже. Давайте мы 19 лучше. Включите, пожалуйста, 19 фотографию. Хорошо. Сейчас мы проехали 20-ю. Вот она 19-я. Тоже. Вот слева в углу пенек яблони Ренет, а справа вот это растет вторая ее сестра. Это дедушка две яблони посадил. Это большое дерево. Но оно привитое уже было на дичку. Правда, я не знаю, или привитое уже в момент посадки. Я не скажу. Этого, обратил знаю, на него свое благосклонное внимание. Это большое дерево. А был он тогда однолетний привит? Вот так оно выглядит. Подносит до сих пор ему 80-85 примерно лет. Яблони. Ой-ой-ой. Да. Ну а кушать-то можно? Что-что? Кушать? Да. Ну, да, это какой-то сорт, его называют Рене. Он такой зеленовато-красноватый. Здесь еще недостаточно, а вот здесь уже созревший, вон они, созревший. Е-е-е. Так, и уже сыпется, и уже с него собирается. Когда после нового года уже такая появляется вкусная сладость, очень вкусная, особенно печеная, изумительная просто. Ну и как на какие-то там пирожки и так дальше. Богдан, я перебью, знаете почему? Я потом забуду самый главный вопрос задать. Да. И вот. А вам от этого будет какая-то польза от фильма? Вы сможете чем-то торговать, не дружить, раз обмениваться материалом, да просто зарабатывать на жизнь? Давайте чуть-чуть опережу события. Есть ли у вас питомник? Есть ли у вас сад, который приносит какой-то доход, там на рынок тащите яблоки, груши? Нет, у меня, я пока что... Вот вы, волшебник, делаете то, что наука официально говорит, что этого быть просто не может, да, а я не волшебник, я так и учусь. То есть я с 13 года только заинтересовался, будучи уже там после 35, я заинтересовался садоводством. И решил выращивать пока что для себя. И здесь сажаю очень много деревьев, но я опять же прививаю. То есть у меня какого-то интереса финансового от видео нет. Я просто хочу рассказать в дополнение к Костюченко, вы с ним говорили по поводу садоводства, дополнить, что у нас и история, вот, допустим, 85-летние яблони, я не думаю, что встречаются на каждом шагу, или 50-летние груши. А там дальше будет 100-летняя черешня даже, почти, наверное, 100-летняя. Хорошо, а хотите, я вам начинаю сходу? Ну, например... Вы выходите в люди, так сказать, то есть вас, ну, пойдут, вот видеофильмы будут, ну, у меня не такой уж популярный сайт, допустим, вот, у вас, допустим, даже побольше, ну, и да, еще куда-то по YouTube, вот такая вещь, без границ, вот, и вот, пожалуйста, вы собираете осенью несколько тысяч косточек диких черешин, им пора на север. А я вообще думаю, пустой, что ли, с вами тут это самое, воду в ступе толочу, а? Я понял. У меня, понимаете, у нас есть проблема одна. Дело в том, что последние 3 года, не знаю почему, но у нас очень много скворцов. И вот черешни, которые растут у меня на родине, деревья большие, побороть скворцов нереально. То есть я приеду через 2 недели на родину, я буду знать, что там... будут висеть просто косточки на вот этих веточках. Вот, косточка вот. И веточка. Позвоночка, да? Я их собираю. Я их собираю. Мякоти нет, а косточка висит. Да, косточка висит. Да, можно как-то собирать. Кстати, вот по поводу черешни. Давайте тогда, когда фотографии найдем, я еще спрошу по поводу черешни. У меня вопрос к вам есть. Поймите меня, это, я не то, что мне уже сели, мне уже дальше... Не, это, и Сергей, мой сын, он тоже не может до бесконечности. Вот. Был 5 гектар сад, ну, выжили, выжгли. Вот, ребята. Да, я знаю, вот. Это... Так вот, сейчас сидим мы на 50 сотках. Ну, пол гектара, это так, ну, чтобы не перейти с голоду, да. Ладно. Ну, дело в том, что, понимаете, я держу. Вот это очень серьезный разговор. Богдан, вы думаете, я просто так на вас вышел? Или вы на меня? Это Бог посылает нам такие разговоры. Специально. Негде брать материал. Ладно, мне уже девать его некуда. Там это. Мне Латинков говорит, я сейчас тебе
полсотни там вышли еще сортов груш. Я говорю, не надо, я говорю, все, врага наживешь. Я не могу. Но в целом-то у нас по стране на такая безнадега, если бы я сейчас, это случайно, в принципе, разговор. Но не был бы я садоводом, не было бы разговора. Вдруг бы я, Железов, в Сибири захотел это, завести сад. Куда бы я обратился? Присадное хозяйство 30 лет назад там были под фамилиями эти. И мы всем друг другу писали письма, пришлите то, пришлите то. Как я писал, плачу любые деньги, чтобы мне прислали. Так вот, ничего этого больше нет. Все деградировало. Я, извините, наболело. Много лет назад, вот таким образом, через журнал, узнаю, что в Таганроге огромный сад. И мне присылают, представляете, этот самый каталог. Там черешин 200, вишен 300, абрикосов сортов 500, там груши чуть ли не 1000. Я, чуть слово не вырвалось одно, очумел. Вот. Раз прошла зима, а заранее же было уже все это, и каталог. А что же не присылаете, а что не присылаете? Замерзло. Вот, Россош, не буду говорить знаменитую фамилию, присылает все мертвое. Вот, все мертвое. Да что же вы мне мертвое присылали? Ну, понимаете, это самое, переписываюсь с этим, со Смоленском. Уж круче питомника нет, присылает одну дрянь. Такое понаросло. И вы знаете, это еще в те времена. Ну, тогда хотя бы Чернышов был в Саратове, суперспециалист уж. Вот, Сычев, это самое, Россоши, это такие ребята. Сейчас где они? Негде, негде, негде. Вот мы вот с вами любители, вот сейчас я, это уже как бы национальная моя речь. Вот вы соберете эти косточки черешневые, их можно на 1000 километров на север двинуть, понимаете? На 1000 километров. Я не против. А это пол России. А это пол России, половина садовой России. На Южном Урале есть черешни свои, и ваши пойдут. Они же откуда на Южном Урале-то взялись? Сказать? 20-30 лет. С Украины. Вот. Ну и в том числе с Украины. В том числе. Так а откуда в России-то? Вдумайтесь. Знаете, как они мрут, как мухи черешни. Так вот, на этом примере, мы только начали разговор. Вот. Запасайте черешни. Если удастся вот так мне вас раскрутить, ну так, чтобы действительно фамилия будет, адрес будет, все, что хотите будет. В конце этого фильма, да? Вы мне пришлете, как бы, все данные. Хорошо. Вот. И вот уже начало, пользу людям принесем. Я фильмом этим принесу, вы своими косточками. Их надо на север. То, что я лазил по деревьям, то, что им, вон они, не только это начали про черешни. Вон они, 80 лет, 50 лет. Так, все, это я разволновался. Ну, у меня такой характер, я же не могу быть нормальным. Так, поехали дальше. Фото номер 18. Ну, это то же самое, 18 это то же самое яблоня, что мы только посмотрели, только я снял крону. Дальше 17 фото, это то же самое, только с другого ракурса. Большое дерево, сильное, не боится любых засух. То есть вот 15-16 год было у нас засуха, этому дереву не почем. Сбросило, правда, там какой-то процент яблок. Ну, дерево пережило, все нормально. Так, вот я чуть ли не плоды даже вижу какие-то на фото 16. Слева. 16. Это уже, давайте тогда, если мы перешли, это уже черешня, давайте перейдем на фотографию 12. Пожалуйста, пожалуйста. Я и говорю, я где-то видел ее, но так же получается, все сразу не ухватишь. Ой, гигант, так вот это что я сейчас листал? Что-то черешня или не черешня? Это да, это черешня. Вот давайте начнем с фотографии 12. Вот, так, ну, получилось снизу вверх. У меня колесико не работает. Да, да. Фото 13, это черешня? Ой, боже. Да, это вот сказка. Давайте 12, давайте 13, да, вот? Да, не, уже на вот 12 попал. 12. Вот это черешня, ну, наверное, может быть, наверное, самая старая в деревне, где я вырос. И однозначно самая старая на улице, где я рос. Так, эту черешню посадили еще до Великой Отечественной войны. То есть ей порядка 85-100 лет. Сколько точно? А скажите, пожалуйста, значит так, это Волынь, дальше район и деревня. Волынская область, Гороховский район, село Мирное, или раньше до 60,
первого года было блудом. Так, а мою деревню Жертнева, где я лазил по таким черешням... Вы... какой это был район? Раньше был Авадненский, а сейчас говорят Волынский. Нет, не может быть район Волынский. Нет, это не может быть. Волынский. Ну, как, за что купил, зато продаю. Но я в интернете нашел Жертнева. Уже довольно современный. Если дадите больше информации, то я даже скажу вам точно, сколько между нами расстоянием километров. Пока что я так... Ладно, сейчас мы отвлекаться не будем. Да. Я одно скажу. В этой деревне 50-е, 60-е годы были соломенные крыши на домах. А сейчас я посмотрел современный поселок. Дай бог, если сады сохранились, те, на которых я вырос. Так, ну что, я листаю теперь фото. Не так много времени осталось. Фото номер 11. Что это за... Это 11, это мы идем как бы задом наперед, это тоже старая под 80 лет черешня, до, можете листать до третьей плюч на фотографии, это фотографии одной и той же черешни, точнее рядов черешен, которые появились после того, как начали коллективизацию проводить, и эти черешни посадили чуть-чуть раньше, некоторые чуть-чуть. Это черешни, которые вы говорили, на которых детство проводят дети, проводили, я в том числе. Ну вот же они, дикари. Ну а какие дикари? Лист шикарный, огромный. Ну это черешня размером, опять же, вот я смотрю так, действительно, как у меня уже как мой большой палец черешня, там и черные, и красные черешни. Ну сеянцы, да? Сеянцы. Да, сеянцы, да, сеянцы, не привитые. Вообще привитых черешен в моем детстве была одна, на всю улицу, где я рос, одна черешня привитая, а все были сеянцы. Если посмотреть на фотографию 5, я уже сблизка так, вот здесь видно, что торчит какой-то такой вот, это старая ветка, ее удалили, и она там немножко уже гниет, а так кора такая старая, видно, что ей уже лет, и она повидала, и... Вот эта черешня закручена против часовой стрелки, я смотрю, так вот, слева направо, вот. Точнее, справа налево. Сейчас я на фото номер 3, вот она во всю красу. Да. Так. Вот, я делал вот, что еще хотел сказать. Вы знаете, это тоже тема болезненная, это так же, как вы наверняка некоторые фильмы видели мои, это так же, когда я пообещал это самое, оборвать руки и расстрелять моего друга Чернобаева, который для Сибири, да вообще, я считаю, для всей планеты, собственно, руками спилил 3 уникальных абрикосовых дерева. Молодых, с плодами до 100 грамм. Ну, деревья, естественно, от меня ему достались, да? Но вырастил он сам. А потом захотел, и это... Видите ли, урожай девать некуда, газон портит, гниют. Вы представляете? Это на фоне безнадёги. Так вот, я к чему говорю? Вот на таких деревьях таблички должны висеть. Вот что... Вот вы буквально, как говорится, сорвали слова с моего языка. Вот я, вот та же черешня 100-летняя почти, раньше, что мы смотрели, растет сейчас рядом с огородом моих родителей. То есть, в принципе, родитель имеет власть над этим деревом. И отец с нее ягод не ест, потому что дерево большое. И он уже на дерево не вылезет. И я просто хочу с ним поговорить, и он, я знаю, что он не будет его никогда резать, потому что это какая-то память, это дерево, которое уже видело не одно поколение людей и пережило и Великую Отечественную войну, и голод 50-х, и так дальше. То есть это дерево, которое увидело на своем веку очень много, это уже скорее как памятник такой живой, нежели как плодовое дерево, которое едят там ягоды. Потому что это больше даже для спортсменов. Хотя вот то, что вы сказали по поводу косточек, я подумаю, наверное, я поеду в следующий раз домой и попробую собирать косточки. Кстати, вот по поводу этого вопрос вам, как специалисту уже. Пробовал я 2 года и тщетно выращивать из косточек черешню. Я делал так, брал спелые ягоды, доставал косточки, сушил и на зиму бросал в землю, не глубоко. А некоторые источники говорят, что их нужно не сушить, а просто вот слегка потушить пакет из холодильника до осени, а потом в землю. Вот как вы рекомендуете поступать с косточками черешни? Во-первых, я их делю с птицами. То есть урожай, я считаю, готовый, когда к птице подхожу, уже часть урожая съели.
Вот. Прям некоторые, как у вас, как вы говорите, голые косточки. Мякоти нет, а косточка остается висеть. Вот эти я уже собираю. Вот. То есть птицы дают команду. Можно есть, значит, можно собирать. Так. Потом я их, естественно, мою. Естественно, подсушиваю сам, ну, буквально, чтобы это, они гнили от сырости, да? То есть сухая косточка. Это день-два. Обычно день-два. Так. А потом так. Стеклянные банки, плотная крышка, через 2-3 недели встряхивание и это, проветривание. Все, а до зимы дальше мой опыт на этом кончается. Я же говорю, что я впервые наелся черешню в прошлом году. 30 лет я к этому шел. Поэтому никак не это самое. Дальше опыт надо набираться или с интернета, который в основном помойкой является. Не спрашивайте, ничего не знаю, того не знаю. Вишни проще. Ну, в принципе, разницы не должно быть. Я одно время выращивал вишни и привал на них черешни. Случилась страшная вещь. Я наткнулся на новом русском, который мне устроил скандал. Я ему продал 5 черешин. Вот, размер листьев был. Показываю это самое. Да у меня фотографии есть. Ну и что? Привитые черешни из 5 деревьев, 3 это самое, выродилась вишня. Яркий пример этой вегетативной гибридации, которая якобы не существует вообще. Когда надо было победить политических противников, уничтожили науку всю, оставили ее на этом, на самом примитивном. Перекрестное пыление и отбор. Перекрестное пыление, массовый засев, что будет, то будет. Вот. Такое направление загубили, ужас. Так вот это было, а я вот на этих примерах шишки зарабатывал. Когда новорусский пасть раздевает, чего мне это обманули? Я перестал прививать черешню на вишню. Раз и навсегда. Для себя намотал на ус и точка. Но если вишни прекрасно всходят, черешни должны прекрасно всходить. Но все-таки из двух вариантов. Посадка под зиму. Весной их можно просто не найти. Я еще у себя несколько этих схронов нашел косточками. Вот. Их собирали, мыши заготавливали. Такие схроны получились. Ну, вот. Поэтому я им мышам не доверяю. Сертификация, так? Я понял. Вот, поэтому вот все, что могу сказать по этому поводу. И еще раз возвращаюсь к этой теме. Смотрите, вы заготавливаете косточки? Ну, пожалуйста, мы друзья, мы земляки. Уже ближе вас земляка у меня уже нету по расстоянию. Значит, на моем сайте всегда это, я это самое могу. Вы мне фотографии, я размещаю в своем каталоге, но адрес ваш. Я ни за что не стану ни перекупщиком, нет. Единственная проблема могут быть с этим, с почтой. Там, ну, это уже проблемы надо технические, не будем пока о них. Так, время идет, давайте это, смотреть дальше. Итак, фото номер два. Ну, два – это обычная такая сельская дорога, по правой стороне поле, которое всегда обрабатывается, по левой – вот этот ряд черешень, которые посадили в 50-х годах и раньше. Здесь было их больше, но некоторые уже спилили. То есть вот так вот выглядит. Сейчас в июне у нас на Волыне. А теперь вы поняли, какая на вас ответственность ложится? Вот еще немного и нету. Еще может быть годика. Да, я понимаю. Это я сколько? Вот это понимаю. Одно дерево, вот это именно нельзя 5 кубометров. На всю зиму хватит одно дерево спилить, запастись дров. Вот так вот. Попался голубчик. Как в фильме такое. Такая фраза. Попался голубчик. Ну, их на дрова не спилят, это точно, но просто, что вдруг какой-то ветер, да, ураган. Да что угодно может быть. Надо спасать семенной материал. Так, фото номер раз. Это ваша деревня, да? Ну, это часть, это улица, на которой я вырос. Вот я хотел буквально пару слов. Вот так выглядит вот сейчас деревня, хотя раньше она выглядела по-другому. Раньше каждый жил на своей земле, на своем хуторе. Там у меня у деда было, например, там около 6 гектаров земли. Вот сейчас живут люди более компактно. Это дом, это какие-то хозяйственные строения, обязательно сад. И в этом саду растут обязательно яблони, обязательно вишни, обязательно слива, в основном венгерка, которая там размножается косточкой. Дальше груша, черешня, в основном сенец, реже абрикосы, к сожалению. Ну и ягоды там, смородина, малина обязательно. Вот так вот выглядит типичная украинская деревня. А персики? Ну это вы, как вам сказать, персики только какие покупают на базаре,
я имею в виду саженцы, сажают, и опыт обычно заканчивается там на 5-6 годах, персики погибают. Вот персик, я в детстве никогда не видел, чтобы рос персик. Сейчас уже появляется, но с персиками, хотя это звучит дико, у вас растут персики шикарные, у нас жердели какие-то, но имеем то, что имеем. У меня очень скромные персики, самые скромные на планете. Вот, но зато персики. Ну не скажите, но видите, а у нас в благодатном краю почему-то персиками. Я просто думаю, что это никто этим просто да, не да, занимается. Да, это я хотел сказать. Только это единственная причина. Да. А так, климат вообще шикарный, я так посмотрел. Шикарнейшие условия. Конечно, апельсины мы не сможем выращивать, наверное. Но все, что у вас растет, тем более должно расти у нас. Тем более. Чего и что. Мне все время говорят, хвастаешься. Специально показываю своего друга с персиками. Вот так вот. Кстати, персик этот с Украины. Тоторов Володя. Замечательный садовод. Но это так, к слову. Так, персики. Ну, обмениваться тут бесполезно нашими с вашими персиками, потому что все-таки это самое. На Украине даже черенка не вышлешь. За граница. Нет. Европа. Саженцами, к сожалению, никак. Я уже спрашивал. Да даже черенками никак. Единственное, с моей стороны могут быть только косточки. А косточки, кстати, как переезжают время? Спокойно, без проблем. Да? Да. Косточки. Это интересно. Так. Ага. Вот он, персик. Ну ладно. Я бы хотел показать, что они очень скромные. Вот показываю. Так, ну что, смотрите, вы еще хотели упомянуть ваш рынок саженцев. Дело в том, что вы везете саженцы по всей европейской России. А последние годы молдавские, Молдавия и Украина, это почти одно и то же, замечены уже в Сибири. Да так замечены, что уже добрались до Красноярска и так далее. Пожалуйста, расскажите, как дела с саженцами? Они хоть качественные? С саженцами есть как бы и позитив, и негатив. Негатив в том, что очень много приезжает саженцев, я не знаю точно откуда, но... Наверное, или из Молдавии, или из каких-то южных регионов Украины. Причем привозят их люди, которые к садоводству имеют какое-то 39-е отношение. Для них это просто бизнес. Я был свидетелем, когда продают продавцы вот этот вот большой такой стеллаж с этими саженцами. Они видно, что уже убитые. Там на трехлетние какие-то подворья окулировкой привили яблони или черешню, там такой вот с руку толщиной подвой, видно, что это дрова, и они путают сорта, прилепляют что угодно, куда угодно. Правда, ситуация немножко сглаживает и улучшают местные какие-то садоводы, хотя некоторые, я тоже знаю, ленятся, особенно раскрученные, они уже покупают с каких-то крупных южных плодопитомников саженцы, выдают их за свои. То есть ситуация не очень хорошая. И, как следствие, очень много саженцев погибает. И еще по поводу конечного продукта, по поводу плодов, хочу сказать несколько слов. Все убивает, я имею в виду вкус, так называемый термин, это съемная спелость. Когда срывают абрикос, там, ну, черешнями, например, яблоко, абрикос, какую-то ягоду, например, уже ежевику. Она на внешний вид красивая, но на вкус она кисловатая, твердоватая, то есть это практически несъедобно. Или не получаешь удовольствия. Самый вкусный, я знаю, абрикос, это который вырос, упал, и ты его съел. Вот самый сладкий и сочный. Я понимаю, кстати, и предприниматели, такие абрикосы ты не завезешь там с Одесской области на Волынь, они сгниют, но вот все убивает, это так называют термин, это съемная спелость, когда плод красивый, но он еще не созрел, но его уже везут. Так, ну и еще я специально тут нашел картинку. Скажите, самая модная культура, вы догадываетесь, сейчас это карлики. Люди убедили, зачем тебе одно дерево, пусть тебя будет 20, но маленьких. Да, хотя, я уже
есть опыт у меня покупки карликов. И чё? Ну, и когда я начинал в 2013 году, я просто не знал, что есть такие карликовые деревья, я не знал, для чего они, хотя карлики сейчас культивируют в промышленных садах, ну, это отдельный, кстати, разговор, я этим не занимаюсь, мне это не интересно. Очень много продают вот эти нерадивые, нехорошие продавцы под видом среднерослого какого-то дерева, продают карликовые деревья, которые требуют специального ухода, капельного полива. И когда вот у нас было 2015-2016 год, там за лето не было ни одного дождя, или там чуть-чуть прошел, эти деревья благополучно умирали. Так, а сейчас вот теперь... я перебью, почему. Сейчас да. Заканчивается на этом самом зарядка. Mm-hmm. Пока вы будете говорить, да, еще успеть бы вот этот, еще бы хоть несколько слов. Я потом второй раз не смогу настроиться говорить, потому что я себя очень плохо чувствую. Хватило mm-hmm. вот на этот час-полтора. И еще на экране сейчас у меня нарисованные колоновидные яблони, груши, черешни, персики. Нарисованные колоновидные. Я хочу знать. Вы все равно, я уже понял, человек вы дотошный, я понял, вы любознательный. Вы видели хоть одно колоновидное дерево? Я о них очень много слышал. Это как, знаете, чупакабра. Все о ней говорят, но никто не видел. Я слышал очень много этих колоновидных, обо всех, о всем колоновидном, что может быть. Я даже сомневаюсь, что... Плановидных коров скоро, наверное, будут выращивать и продавать. Но я, честно, я не видел ни одного плановидного дерева. Я знаю, что яблони, как бы, это наиболее распространенные, а других культур вообще, по-моему, нет. Да, но да. Их очень продают. Красивые, это такой тренд. Саженцы, сказать, с листьями, которые продают осенью или весной, с листьями уже. Там красивая фотография, улепленная плодами. Пишет, плановидное дерево там какое-то. И какой-то там интересный сорт названия, и его продают. И все встают в очередь с этими деревьями компактными и очень урожайными. Но плодов я не видел, каких-то результатов мне никто не показывал. Даже у вас в благодатнейшем краю. В Сибири-то это исключено, понятно. Вот. Хотя сибиряки берут их тысячами, если не миллионами. Так. Во-первых, хочу поблагодарить Валерия Константиновича, что дал мне слово высказаться, показать то, что у нас есть, какую-то часть истории садоводства мы посмотрели и поговорили. Ну и давайте как-то дружить, давайте садоводы объединяйтесь, особенно с Украины, может у вас есть что-то интересное, с России, с других стран. Давайте дружить, потому что нужно оставить после себя память, а я вот, судя на посмотрев такие вот фотографии, память в виде там 100-летней черешни или 80-летнего яблони, это одна из лучших памяти после жизни человека, по моему мнению. Вот именно по этой причине я в том числе начал заниматься и рисоваться садоводом. Так, ну что, тогда я скажу, что, Богдан Александрович, я просто счастлив, что нашел земляка. Знаете, как это самое, все-таки я живу очень далеко. А вся моя любовь, это Украина. Это украинская школа, это ритмомова, которую я почти забыл. Это песни, это стихи. Святая, край неба палая, соловейков темни мгая, солнце застречая. Мне сразу слезы на глазах. Я люблю украинский голос передачу. Я люблю украинский голос дети передачу. Я люблю все украинское. Вот. Я надеюсь, никогда мы с вами не станем это самое. Не то, что врагами, а даже... не станем, как нас хотят, чтобы инопланетниками сделать. Мы будем всегда друзьями, мы будем всегда дружить. Вот. Нас не разделишь. Пол Сибири – это украинцы. Плохо, что забыли свои корни, большинство. Вот. Очень плохо. Потому что да, дед с Украины, да, бабушка с Украины. И ни слова по-украински, и ничего не знает. И мой упрек, я говорю о политике не буду, упрек государственным органам. Надо наоборот, все украинское, специальный канал, все хорошее о украинских детях, украинских певцах, украинских поэтах, украинских, чтобы все это было на наших экранах, чтобы все светилось любовью. Вот тогда это преодолеем тогда все, никогда нас не сделают врагами. Если мы будем о Украине говорить только хорошее, еще раз говорю, не о политиках, а о людях. Вот. Поэтому, Богдан, я просто счастлив.
что это. Я побывал, благодаря вам, на родине. В Волынской области я побывал. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Я теперь долго не успокоюсь. Ой, ну, не прощаюсь. До свидания. До свидания. Бывайте здоровы, живите богато. А мы уезжаем до дому, до хаты. Ну что, счастливо. До свидания. До свидания.